Выразительная речь и дикция, актерское мастерство и умение чувствовать текст. Накануне в Химках провели этап конкурса чтецов «Вселенная семьи». В нем приняли участие около 60 детей от 6 до 15 лет. Ранее из них выбрали 15 лучших, которые и показали свои таланты. Марина Гаврилова, член Общественной палаты и Общественного совета Химки «Интересно жить», выступила в качестве одной из судей. Особое впечатление на меня произвело произведение на французском языке «Тут ля фами». Действительно, парень выступал с душой, выразительно. И, на мой взгляд, чтение на иностранных языках – это очень перспективно, необычно и запоминающееся. Наградить победителей приехал депутат Совета депутатов Михаил Раев и члены Общественной палаты. Приехали вручить им подарки, сказать большое спасибо родителям, педагогам за воспитание прекрасных, талантливых детей. Спасибо организаторам за то, что они дают возможность детям проявить свои творческие навыки, свои творческие таланты. Как рассказывают сами участники, было волнительно, но организация на высшем уровне. Отбор материала, который я рассказывала, проходил очень легко, так как у меня есть любимые авторы, есть любимые стихотворения. И когда я узнала, что тема будет семья, я сразу знала, какое стихотворение я буду рассказывать и кому именно посвящать. Немножко волновалась выступать перед таким количеством людей, перед уважаемыми жюри, тем более на камеру, но все хорошо прошло, и мне очень понравился этот конкурс. Победители конкурса в Химках уже в этом месяце представят городской округ на областном этапе конкурса.